Влад! Макс! Сос! Тут плохие парни с большими пушками. Меня окружили в холле. Мне нужна помощь. И чем быстрее, тем лучше. Нужно было как-то добраться до Влада. Я не мог ждать. Дело начало выходить из-под контроля. Я вошел через заднюю дверь. Из углов вставали воспоминания о первом визите сюда. Под свежей краской чувствовался запах плесени. Дамы и господа, позвольте представить вам Макса Пейна. Он первый в Нью-Йорке по количеству убитых преступников. Дорогие гости, приготовьтесь умереть. Макс, я бы с удовольствием вышел встретить тебя, но я сейчас немного занят. Я прячусь под столом. Заткнись и оставайся в живых. Я уже иду. Макс, слышали его? Он идет за вами. Макс, эти умники стреляют из рук вон плохо. У тебя не будет с ними никаких проблем. А это вам как, суки? Ты Макс Пейн? Боюсь, что да. Макс, это я, Майк. Пойдем вытащим твоего босса, пока он нас до смерти не уболтал. В атаку! Они сами напросились. Ты просто иди по следу. Поднять. Здесь серьезный ствол. Уинтерсон ухитрилась бы сделать это красиво и аккуратно. Логика подсказывала, что подкрепление уже должно быть в пути. Кто-то наверняка слышал выстрелы. Логика, как обычно, лгала. Слишком поздно.
Джобси, мать твою! Да ты еще даже не попытался! Преступный гений? Убирает всех конкурентов в подпольной торговле оружием. Мелкий бандит явно подружился с кем-то покрупнее. А ты сам чем кормишься? Напомни. В корне перевоспитался, честное пионерское. С моей водкой ни один ресторан не сравнится. Озолочусь. Энни была потрясающая. А ее убили не за грош. Руку тебе сейчас задели? Нет, вчера. Не присоединишься? Сделаем вид, что я при исполнении.